Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Seçnov adına birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin tələbə və müəllim heyətini təhsil ocağının 260 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Məktubu qonaqlar üçün səsləndirən Azərbaycan Rusiyadakı baş diplomatı Polat Bibloğlu daha sonra məktubu universitetin rektoru Piotr Qlıboçkaya təqdim edib. Məktubda Seçnov adına birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin dünyada aparıcı tibb ocaqlarından sayıldığı, onun müəllim və professor heyətinin peşəkarlığı ilə fərqləndiyi və universitetin şöhrətinin tək Rusiya Federasiyasında deyil, dünyada məşhur olduğu qeyd olunub. Məktubda həmçinin universitetin Bakı filialının da uğurlu inkişafı qeyd olunub. Tibb Universitetinin rektoru Piotr Qlıboçka isə öz növbəsində Mehriban Əliyevaya təşəkkür edərək, 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının açılışında və fəaliyyətində göstərilən yardım və dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Мы отработали практику, то, что наши лучшие студенты из Баку проходят стажировку, практику в московских клиниках и за рубежом. Это тоже очень важно, и поэтому я думаю, что мы в дальнейшем будем обсуждать с руководством страны вопрос расширения нашего филиала. Мы уже встречались с госпожой Мехрибан Ханум, тоже обсуждали вопрос клинических баз. Поэтому мы надеемся на то, что наш филиал будет развиваться, и мы эту поддержку получим у руководства Азербайджана. Еще раз хочу сказать огромные слова благодарности за поздравления нашего коллектива с прекрасной датой. Yubiley mərasimində iştirak edən Rusiyanın xalq artisti Mikhail Turetski və Turetskinin xoru, musiqi kollektivinin nümayəndələri isə Azərbaycan səfərlərindən sonra təəssüratlarını açıqlayıblar. Поскольку я уроженец Советского Союза, и я когда-то работал в детском хоре Свешникова, это был лучший в мире хор мальчиков, и мы приезжали на гастроли. И мне уже тогда было понятно, что Баку особенный город. Это был из самых ярких и звездных городов бывшего СССР, включая там, вы, наверное, помните, Петербург, Киев, Рига, Алматы, Баку. Это были лучшие города бывшего Советского Союза. Потом было такое небольшое безвремение. Лет 20 назад я приезжал с Кобзоном. Не было такого яркого впечатления. Потом 4 года назад я уже видел изменения. А последний раз это было какое-то революционное, сенсационное впечатление на меня произвел город. Баку так отстроился. Он такой гостеприимный, мощный город. В него вложены деньги. Видно, что город этот очень любим его населением. Очень добрые, гостеприимно отзывчивые люди, потрясающие рестораны, великолепные музеи, архитектура невероятная. То есть новаторская архитектура 21 века. Вы так извинились, реально. Я там был сколько лет? 5 назад. И просто по отношению к 5 годам это небо и земля. Вы растете, вы такие чистые, вы такие какие-то даже, не знаю, ну, продвинутые, мощные очень. И мне так очень понравилось у вас очень много становилось исторических моментов, почему они стали какие-то прям другие. Я же видел их, какие они были. Замечательный, потрясающий, красивый город. Мы погуляли по старому городу, хотя у нас было мало времени, но мы не могли туда не сходить. Самое лучшее впечатление, мы первый раз с большим концертом сольным и надеемся, что это будет традиция. Замечательная страна, очаровательные совершенно люди, город потрясающий, мы в восторге. Qeyd edək ki, təntənli yubiley tədbirində dünyanın bir çox ölkələrindən nümayəndə heyətləri də iştirak edib. İqbal Rüstəmov, İnteraz Moskva.